В этом году дожинки пройдут в Петрикове 25 сентября. Решение о проведении областного праздника «Дожинки-2021» номер 674 7 сентября 2021 года принято областным исполнительным комитетом. Ответственность за проведение праздника возложена на Петриковский райисполком и Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. Проведение дожинок – это окончание сельскохозяйственного сезона, праздник урожая, а также повод объявить победителей областного соревнования по уборке зерновых культур и достижению высоких показателей в производстве животноводческой продукции.